Всем привет, двигаемся дальше, смотрим «Жизнь про Бали». Начинаем с трейлера. Ой. Шкаф из Нарнии. Шкаф из Нарнии. Это шкаф из Нарнии. Мы снова вернулись жить в Убуд. И это видео про новости из Убуда, про наши встречи с друзьями, про посиделки, про завтраки, про поездки. Собралось очень много, как-то интересно, даже вкратце, если выписал, здесь 12 пунктов получилось. Там, здесь и посетили местные магазины, музеи, водопад. Посетили одну семью местную, вот дерево баньян. Нас пригласили в гости, провели церемонию, угостили своей домашней едой, рассказали, как они живут, чем занимаются. Интересно. Так, видео насыщено разными моментами, и постарался все максимально сжать, чтобы было коротко, информативно и полезно. Кстати, живу я еще там же, в Убуде, здесь вот, в этом месте. Здесь, кто знает, комната. И вот с тем видом. И вот этот самый вид. Из этого места. Там, в том направлении, по утрам постоянно виден агунг. И здесь место как раз для йоги, медитаций и тренировок по утрам. Приятного вам просмотра. Им обеспечить тебя, будешь этим, как они называются, альфонсы. Во-во-во. Ублажая женщина. Это, знаешь, это нормально. То есть знаешь, то есть, не-не-не, знаешь, это когда мужик обеспечивает бабу, это мужчина. А когда женщина обеспечивает... Альфонс, блядь. Не-не, все нормально, ты на ламбоке прям вольешься в эту тусовку, вот эту бензинскую. Они все ловят европейских женщин, которые за них платят. Типа, крутые парни. Что там такого? Вообще шикарно. Там лучшее место для этого. Оставайся. То есть я там что чувствуешь, владычица такой, да? Ничего. Я могу купить здесь все и всех. Как только возникает угроза женской безопасности, они сразу же начинают, блядь, докидываются и защищают эти позиции. Изи. Но у тебя будет конкуренция с местными парнями. Они жесткие и горячие. Аккуратно. Дикие мартышки, да. Манки. Да. Где у меня конкуренция? Даже не представляю, что с тобой там произойдет. Ты представляешь, записывай это видео. Как бы там это было. Ой, как это было, да? Угу. Я говорю, это дико. Тяжко говорить. Тяжко работа блогера. Ты видел, у тебя два таких вздоха есть, как будто там честь. Так я в конце вставил нарезку эту. Нет, ты, у тебя в начале, еще когда ты в начале говорил, у тебя... А ты кем работаешь? Два вдоха было. А я... Все. Бабли! Розовая. Я не боюсь цвета. Тима, уйди нахер, пожалуйста.
у него, короче, вот этот выстрелил. Короче. Игра в кальмаров в реальной жизни. Вот, вот твоя, этот ростовский, твой вырез. Игра в кальмаров в реальной жизни. Короче. Мы такие все вообще красивые, боже мой. Будем. Овсяночка с утра вообще с фруктами. Просто потрясающе. Это просто потрясающе. Я не овсянку миллиард миллионов. Я триллиард. Тоже. Лет. А миллион, на... 5000 лет. А на ужин можно сделать гречку. Собачёс. Собакен есть. Привет. Собакёс. А довольный какой. Ты секси. И не новый. Кто у нас там еще есть? Закрыто. А так светильнички, да, такие еще. Всякого. А вон там и внутри, здесь типа крокодил, здесь типа бык. Нападающая печатная машинка. Сегодня день какой-то старинной красоты. Раритетов каких-то, роботов, какого-то постапокалиптического времени вместе со стариной какой-то. Здесь и каски, и что-то такое старое, что-то такое, как будто в какой-то игре выбираешь декорацию. Здесь люстры из разных времен. Оно такое достаточно тяжелое. Татуэрки, о, такие тяжелые прям. Миллион 200. Миллион 200, так где-то $70. И снова эта прекрасная девушка, узнаете ее? Она на всех моих видео. Что? Кто там? Это папайская, да, плантация или папайная? Папаиновая. Папаиновая, да. Папаиновый сад.
вот столько папайи, 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 папайи. Какие-то, наверное, сад или огород папайский. Это вот эти самые папайи. Здесь рис, там еще что-то, там вот еще что-то. В общем, это чей-то участок такой. В общем, чей-то огород. И здесь бананы. Кстати, такие вот. Маленькие еще. Вот сколько этих пальм. Вон там и кокосы заодно. Так, я его, получается, просто отрежу тогда. Ой, это молочко. Прям липкое-липкое. Все. Тягучее. Еще маленький. Боюсь, что он, может быть, не спел. Не спелый? Угу. В общем, мне сказали вскрывать прямо здесь, прямо. И все. Нужно смотреть, как. Может, тут комары летают, пауки бегают, муравьи бегают. Мы это все тут скрываем. Ну, почти готов. Может, настолько и достает. Все, так, значит. В общем, да. Он, скорее всего, еще незрелый. Эти штуки же едят, да, обычно? Не вот эти, те, что возле семечек. Да. И все очень-очень-очень липкое. А эта липкая фигня совсем не полезная в данный момент. Здесь был праздник День Железа. Украшали полностью все автомобили, байки своими цветами, подношениями. Обвязывали там этими корзиночками, и как раз в этот праздник попали вот к этой семье в гости. Когда ходишь, начинаешь снимать даже просто с селфи палкой, то начинают уже оп-оп-оп считать, что какие-то блогеры приехали и зовут специально как-то рассказать и показать про свою семью. Как-то больше внимания сразу становится. Здесь. Дмитрий. Thank you.
Приехали к священному дереву. У нас здесь перехватили. У них церемония, да? У них церемония, да. Сегодня большой священный праздник. Я уже осветилась, помолилась. Я все записал.
нас пригласили на обед. А ты на чьей-то веков? А? Ну? А, окей, окей, знаешь? Нет, нет. Мор. Мор? Угу. Угу, Морген. It's okay. Yes. Okay, for your wife too. Here you are, couple. Husband. Mm-hmm. The old meat is pork, yeah? Okay. No problem? No problem. Yeah. Jackfruit. Ah, this is sambal. Sambal is spicy. No, no spicy. This one. Satay, you take it. Ah, satay, vale. What is this? Ah, this is inside the pork. Crispy, this one. Crispy. Ah, not crispy. Not crispy. Ah, crispy little bit. Yeah. Is it meat too, or is it like bones? Bone, yeah. Bone, from the pig. Bone, not from them. Ah, this one too. We call it this one peasant. Can. Ah, good, good, good. Okay, this is meat. Satay, Bali. Meat. Meat? Is meat. Meat is too meat too. Is it тоже pork? No, this is satay. Wow. Okay, I give you. Выглядит вкусно и очень по-вегетарианскому, да? Желудочки, мяско. Классно, что вот джекфрут здесь. Да. Ah, this one we have a, we call it lawar. Lawar? Lawar is Balinese food, favorite Balinese. Mm-hmm. Okay. Okay, you try. Чуть-чуть переведи, okay, что это? Take this, okay? Uh-huh. Что это еще раз? Без понятия. You try. Nice. Nice. Wow. Nice. Lemongrass. Lemongrass. You have lemongrass? Uh-huh. Very good. Very good. And you know, still down there, maybe. Wow. Okay, you still there. You eat with hands? Yeah, yeah, yeah. Yes. Okay, you take. I will eat. Ah, see. Вот здесь набор, вот сколько всего. Джекфрут, что-то непонятное, потом еще что-то непонятное. Как тебе? Хорошо, что мы их мыли сегодня утром. Ой, какие. Ой, ой. Так, такой, такой. Пупси. Глаза разные. А вот еще классный байк, смотри какой. Настоящий? Трехколесный. Даже четырехколесный. А тебе водичку там
Возьму. А вот этот петух типа будильника. Есть еще... Да-да-да. Яна, Аляна, и... Ну, рыбки. This fighting chicken, I'm lose money. I win, okay. So quick to get money. Make it 3, not until 10 minutes. Cut, bet, get money. Okay, enjoy the coffee. Okay. Okay, she don't hear me. Okay. I like this. This one is special for family communication. So it's always like this above the ground. You never sit on the ground. You sit on the end of the roof. Okay, sit on there. Так здесь записывается, да, по десяточке? Кто у нас там еще был? Нет, Алексей, Russian people. Роберто, Кирилл, Вероника, Андрей, Алина, Артем. Рилсики, рилсики. Ты видишь? Вот подойди сюда, подойди. И еще посмотри на видео. Вряд ли это мальчик. Мы доехали до священного дерева баньян. Будут несколько красивых рилсов. Но не со мной, конечно же. И она прям очень потрясающая, мощная. По ощущениям просто... Просто 700 лет этой девочке. Ой, там еще... Ребята, сейчас покажу. Он карабкается. Карабкается. Как этот водопад? Лайки-лайки, да? Лики-лики. Здесь мыть ноги. Да. Или ниже будут, я же не помню.
И здесь какой-то еще спуск. Была там? Летели-ки, да? А вот какая-то очередь. Здесь я после купания в водопадах заехали вот в такое красивое местечко. Как там оно будет видно? Вон туда пойдем кушать. Hello. Сколько? 100? 100? 100 мест? Ну вот такова плата за вид. Мне кажется, самое. Вот, что-то на сигарет проведу. Вы сняли красивое место. Да. И благодарю за ваши сердечки, за ваши лайки, за ваши подписки. Вас становится все больше и больше. И уже сотня, уже набралась. Маленькая цель уже достигнута. Дальше 1000 подписчиков. Следующая цель, которую нужно закрыть. Они отдельно тоже здесь записаны. И до встречи в новых видео. Всем пока. Увидимся.